Друзья, всем привет, с вами Одесский Липован. Привет, мои хорошие. Эх ты, ребята, где я нахожусь, ты не понимаешь. Просто сказка, просто праздник. Фурик, видишь? Оператор. Ну, дай показать. Мы приехали в гости к человеку непростому. Вы меня там все время спрашиваете: Липован, где ты такой фурик себе приобрел? Ребята, как это? Ну вот я и приехал в то место, где создаются уникальные головные уборы. Таких нет. Да ни у кого, короче, есть только у Липована и будет у тебя. Если тебе надо, договоримся. Погнали в гости, сейчас там есть сюрприз для Липована, короче. Эх ты, смотри сюдой. Эмоции у него зашкаливают. Да, друзья, я, короче, вот добрался я в эту... да что это такое, блин? Это творческая студия, это то место, где человек творит такие чудеса на весь мир. Эти шляпы носит Моника Белуччи и Липован. Чтобы вы понимали, короче, да, они есть только у Алины. Алиночка, дайте всем здрасте. Да, здравствуйте. Вот я зовут Алина Маршал, я дизайнер головных уборов. Вот, шью в основном под заказ. Не в основном, а только как бы под заказ. Вот у меня такая индивидуальная студия. Вот для своих такая камерная открытое производство, где человек приходит, и он сразу видит, как я это делаю, где я это делаю и непосредственно, что я это делаю. То есть... прийти, выбрать как бы ткань, выбрать себе фасон. Фасонов у меня очень много. Когда мне даже говорят: Алиночка, классическую восьмиклинку, говорю, у меня 11 видов восьмиклинок. Что для вас классическое? Сделаем вам классическую. Я до этого тоже думал, что восьмиклинка, она одна. Не, ребята, глубоко ошибаетесь. На самом деле, попадая сюда, ты понимаешь, что это не просто ателье, здесь живет душа. Это вот, да блин, девятое чудо света, короче. Я, как я говорю, есть в Одессе барахолка, есть привоз, это места незабываемые. И вот оно, таки, еще одно место Липован себе открыл. Там, где создаются шедевры, в которых живут потом интересные мысли. Ребята, короче, кому надо, смотри, ассортимент. Это маленькая часть. Оператор, ну дай показать, короче, я смотри, покажу. Какие господа носят фурики. Шикардос, что тут скажешь. Хочется все мерить, хочется все... одевать, но есть моя любимая, да. Конечно, для каждого есть как бы своя любимая, свой фасон, свой как бы неповторимый какой-то колорит. И я стараюсь как индивидуальный мастер подчеркнуть индивидуальность каждого. И самое главное для меня в приоритете то, что когда я что-то шью, я хочу, чтобы люди это носили. И носили это с удовольствием. Вот. Я лучше не пошью, пока человек не определился. Лучше как бы я отправлю его домой, пусть он подумает, какого он хочет себе фасон. Да, чтобы пережил, но, принял. Да, это чтобы и... он это, но чтобы он заказал то, что в конечном итоге он будет и носить. И не захочется снимать. Да, вот так вот я снимаю и в архимусе, и на привоз не хожу, и на барахолку, и дома тягаю. Пахнет она костром и любовью. Короче, вот ну, не снимаю, хоть и тресни, елки-палки. Да. А самое главное, я хочу сказать, это вообще как бы мои такие помощники. Вот, которые создают настроение, определенное настроение у меня в цеху для всех, кто сюда приходит. Вот, ну и как зовут ваших красавцев? Соня и Марк Соломонович. Марк Соломонович в Одессе, да, это. А это Сонечка. Марк Соломонович, иди сюда. Будьте так любезны, пожалуйста. И поздороваемся. Так, погнали, что вы говорите? Ну, и самое главное, я хочу сказать, что это вообще у нас по-одесски, скажу по-одесски, это большое счастье, когда люди, которым хочешь подарить подарок, приходят к тебе, и не нужно за ними гоняться по всему городу и искать их в перерыве между их сторисами и приготовлением вкусной еды. Поэтому от всей души, от Алины Маршал, я хочу подарить тебе эту кепку. Сергей, еще как бы одну очередную как бы кепочку, я думаю, она не будет лишняя. Мало того, это вот такая вот из... аж холодно стало. Хьюго Босс, как бы ткань такая вот этого, этой коллекции. Но даже дело не в этом. Я хочу, чтобы она у тебя была индивидуальная. А вот, чтобы ребята видели не только ты, но и Одесский все. Одесский Липован. А ну-ка, елки-палки, это без подготовки, без ничего. Первый раз. Вот. Мама дорогая, оператор, ты узнаешь меня? Я себя не узнаю. Как это? А ну зеркало. Да, ну ты понимаешь, когда она новая, ее нужно помять. Она еще не села. Да, вот эта восьмиклинка с интересным козырьком. Марат, как ты на маску. Клетка, сейчас... которая очень актуальна в этом сезоне, которая подходит под все, вот как бы я желаю вас тебе... по песочке, я Алину встретил. Ах ты, встретил и не забыл. Ребята, короче, смотрите, кому надо кепки, я дам ссылку в описании. Там все популярно, хотите в Инстаграм, хотите просто там созванивайтесь, договаривайтесь, кепки летят на весь мир. Уже там заказали одну в Сомали, там была, и там, и не знаю, на Индию три кепки сейчас уехала от Липована. Сейчас в Израиль вам две отправим. Короче, что там, ткани хватит на всех. Ребята, это такие шикардосы. Говорите от Липована, и будет вам скидка. Запомнил? От Липована.
как это говорится, какая-то там... Промокод. Промокод от Липована. И пароль. Да. Пароль, промокод от Липована, и твоя кепка поедет с шикарной скидкой, где бы ты ни находился. Давай, мой друг. Короче, Липован, хорош трусить. Но надо кофе пить, друзьяки. Короче, таки так. Банкет, фуршет. Оператор, гаси, меня очень радостно. Ну, гаси, дай чуть порадоваться в тишине. Класс, обалдеть. Так, ты шо, Сергей, я как Валя Кубань. Как размер? Шикардос, да? Села именно по мне. Она сейчас, ну, сейчас она найдет там затылок себе. Да. Марат, ты одно ухо закрыла, второе, как я люблю. Да, да, да. То есть класс. Ты смотри, ты ее можешь... Вот, смотри, это вообще... Вот. Мама дорогая, это просто супер как вообще. Бы улет. Просто вот так, супер. Смотри, ты можешь ее вот так на французский манер получается такой, а-ля француз. Вот. Да, 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 да. Поэтому. Она, да, блин, вот у меня глаза загорелись. Значит, как бы ты ее ни крутил, да, она подчеркнет твое настроение. Индивидуальное. Да, когда кепка новая, это как эффект новые джинсы. Вот она немножко жестковатая, она немножко не села. Не бойтесь, одевайте ее себе на голову, укладывайте, как вы хотите, приминайте ее. Немножко попали где-то под дождь. Какая-то влага, она ляжет потом по вас, и это будет ваша вещь. Золотые долгие, слова, конечно. На долгое время. Вот эти фурики найдут твои извилины, да, под них подстроятся, короче, и все будет нормально. Две секунды. Так, ну вот у нас последние штрихи. Кепка должна быть очень индивидуальная, поэтому вот мы делаем последние штрихи для этой индивидуальности. Вот так вот ручками это все перешиваем. Немножко души своей сюда обязательно, когда мы делаем что-то руками. Мы кусочек своей души обязательно сюда привносим. Каждый стежок, я бы сказала, это поцелуй. Да. Вот так вот стоишь вот и даром, как бы говоришь, ручная работа. Все, работа сделана. Как его зовут, Сережа, ты знаешь? Слова. Как еще в Одессе могут кота звать? Кс-кс-кс. Тем более вот такого интересного. Марк Соломонович. Там просто сырок режет, он не хочет смотреть в камеру. Не, у него какой одесский мастер без кота? Марк, да, Соломонович, да. Что такое? Ты сильно застеснялся или что? Да? Маркуня. Он просто толстый. Такой красивый. Просто вот такой вот большой, толстый. Толстый настоящий одесский кот. Самый настоящий. Он по паспорту у нас Марк Соломонович. Папу звали Соломоном. О! Да? Но очень умный. Ну мы поняли, он даже разговаривает. У меня иногда такое впечатление, что он вот-вот заговорит. Хотя он пытается, он честно, честно он пытается. Может еще пару лет и заговорит, да? Иди. Красавчик, иди, иди. Красавец. На сердце не оставили следа. Вы думаете, я живу в Одессе, а это ведь она во мне живет. Короче, потом спою, ребята, что я, куда я попал, вы даже себя не понимаете. Это, короче, мало того, что фурик у меня от Алины Маршал, так я еще держу в руках. Я бы не назвал его вином, это чистой воды нектар, мед, блин, кровь. Я не знаю, как это назвать, и оно называется тоже Черный Маршал. Это полусладкое, вкуснее. Короче, вкуснее я еще ничего не пробовал. Вот такой вот радуги во рту не было у Липована, короче, даже не знаю, со времен того прошлогоднего форшмака. Это просто сказка. Ребята, не за горами я сделаю такой шикарный анонс, поедем к человеку, чьи руки создают вот этот вот шедевр. Так что ловите, скоро будет. Кому интересно, пишите в комментариях, более подробную информацию я там оставлю. Ребята, будьте вы мне здоровы. Я сделал маленький глоток, его пить нельзя, торопиться. Это просто уже, как это, слегка порозовел. Кровь побежала, еще не знаю куда, надо одевать тапки, короче, куда-то доведет. Оператор, изо всех операторов, ребята, привет вам из Одессы, будьте вы мне здоровенькие. Шикардос. Не за горами. Все увидите. Носи в удовольствие. Мама дорогая, а ну позвольте, я вам поцелую. Да. Оператор, ты же... Я все хочу погасить, да, ты все, давай. Интересно все, мне. Все, короче, туши, как это... Ты ну что, был у Алины Маршал, одесский Липован. Всем пока-пока, давай, чао. Пока стынет.